Это город Феодосия. Вот эта улица идет от кинотеатра Украины на набережную. И вот здесь, перед железнодорожными путями, справа на углу шаурма. Танцующий шаурмист. Берите пиццу у него, она вкусная. И ждать весело. Вкусно? Вкусно? Не, ребят, шаурма реально вкусная. Много всего, очень тяжелое. Видно, что ребята не вкладывают не только душу, но и не жалеют ингредиентов. Так что реально советую. Вас здесь слева за углом. Приходите. На берегу моря можно посидеть, послушать музыку и скушать ее.